Во дворе перинатального центра курские волонтеры выстроились в форме цифры 8. Их хорошо было видно из окон медучреждения. Флешмоб порадовал не только медиков, но и молодых мам, которые сейчас находятся в центре. За минувшие сутки на свет здесь появились 5 малышей. Не первый раз уже, очередной десяток лет. Вот работаем на 8 марта, так у нас попала смена. Так что ничего для нас нет в этом такого, Рады были услышать поздравления ваши. Большое вам спасибо за это поздравление. И женщинам, я думаю, очень приятно. И нам, женщинам, работникам перинатального центра. Все это проходит в рамках большой акции, всероссийской акции «Вам любимые». Мы уже поздравляли женщин в троллейбусе, дарили цветы им в торговых центрах, дарили цветы на улицах нашего города. А сегодня мы здесь. Для женщин, которые дежурили в праздничный день, провели фотосессию «Будь собой» и подарили букеты весенних тюльпанов.